Учеными был обнаружен очень любопытный факт, что наш мозг не производит различия между реальным и визуализируемым, воображаемым действием. Это прекрасно знают и очень давно применяют почти все профессиональные спортсмены. Что же такое визуализация? Это создание ярких образов, когда вы рисуете в своем воображении конкретные красочные картины или фильм и подкрепляете это эмоциями, например, радостью от того, что ваша цель достигнута. Ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать события и всячески помогать вам, чтобы эти образы стали для вас реальной действительностью. Например, Андре Агасси, всемирно известный теннисист, будучи подростком, многократно, тысячи раз мысленно выигрывал теннисный турнир в Уимблдоне. Его воображение и яркое представление победы, подкрепленное чувствами, вселило уверенность маленькому Андре, которая и стала реальным опытом его жизни летом 1992 года. Визуализация подводит подсознание к поиску и необходимым решениям для реализации мечты. Вам начинают открываться новые возможности, встречаться необходимые люди, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели.